Ежегодная патриотическая акция «Звезда Героя» уже в третий раз собрала тагильчан на Лисьей горе. По инициативе нижнетагильских казаков она приурочена ко Дню памяти и скорби. Был у меня такой товарищ хороший, Федор Пономарев, кстати. Вот он первую звезду 3 года назад помогал планировать. Мы вместе с ним сели и думаем, что вот нужно сделать что-то в Тагиле такое, чтобы вот понравилось, привлекло, завлекло людей. И вот придумали вот эту звезду, которая стоит у подножия, может быть, там видели из цветов, да? То есть это было грандиозное такое действие, когда там более 7500 цветов, тагильчане приходили, каждый по цветочку сами самостоятельно вплетали вот в эту большую конструкцию. Опять колокола зовут к заутренне, и снова говорит мне голос внутренний, что не сбылись над родиной пророчества, как этого порой врагам не хочется. Мероприятие активно поддерживается общественной палатой и городскими властями, поскольку это хороший способ донести до молодого поколения чувство патриотизма и уважения к защитникам Родины. Я так понял, организаторы пытаются напомнить, а Михаил Сушнера дополнит, что вот именно вспомнить ту атмосферу, когда уходили отсюда, да, вот уходили на фронт и понимали, что не факт, что все далеко вернутся. Поэтому не знаю, мне кажется, мероприятие удалось. Вот посмотрите, сколько молодежи здесь. Это же говорит о том, что молодежь, хотя она и не пережила это, но она знает об этом. И я думаю, у них в сердцах, так же, как и в наших сердцах, это будет всегда. Акция «Звезда Героя» длилась практически весь день. Ее завершением стал запуск в небо белых шаров. Залп!